Определились ли вы с выбором кандидата? Вот еще не определилась, к сожалению. Но, наверное, за Гриценко. Посмотрим, какая будет погода. Бойко. За мир, за экономику, за все хорошее. К сожалению, наши кандидаты не соответствуют тем требованиям, которые мы к ним предъявляем. Поэтому я пребываю в тяжелых раздумьях. Хотелось бы, чтобы это были кандидаты, которые будут нас кормить не популистскими обещаниями, а дадут нам какую-нибудь реальную перспективу, в том числе экономическую. Мы с вами понимаем, что 3000 пенсий или 5000 пенсий, 10 тысяч пенсий завтра – это нереальное обещание. Или газ по 3,50 – это тоже нереальное обещание. Поэтому думаю. Мне важно, то, чтобы были изменения в стране. Но кандидат, в принципе, по опытыванию социальным, да, то где-то в пятерке входит, в пятерку. Хотелось бы, чтобы это был честный, порядочный человек. Ну, насколько это возможно. Ни за кого. На самом деле все очень сложно, но, конечно же, импонирует Владимир Зеленский. Ну, много есть причин на это. Действительно, хочется верить в то, что люди искренне хотят что-то поменять. И, ну, прежде всего, импонирует тем, что он, скажем так, новичок в этом, да, и, ну, а новичкам надо давать дорогу, ну, давать шанс, по крайней мере, да, потому что те политики, которые уже годами, у них замыленный глаз, скажем так, да, а вот его команде хочется верить.